Началось. Началось? Да. Начинаем с Алтай 900 проб. С чего мы можем начать? Ну, какой-то любименький Алтайчик. Очень красивый рельсовый путь, который... Очень красивый, и не только очень красивый, но и очень мощный. Да. А самое главное... Мазера. Это погрузка бревна с приводом. Мы надеемся, сегодня для нас специально запустят этот станок, и мы сможем вам показать. Так. А диаметр бревна, обратите так, внимание. Посмотрим. Диаметр бревна. Обращаем внимание. У меня есть рулетка, хотите? Да, хочу. Мерьте. Сейчас. Ну так-то Алтай 900 проф может пилить до 900. Сколько? Кто-то тащил 52-е бревно. Вот это, да. Того больше. 48? 58. 58. То есть 60-е бревно. Да. А также мы посмотрим, в каких плоскостях двигается тут у нас вся. Давайте писать без звука. Чтоб материться можно было? Ну, вообще прелесть. Я что могу сказать? Прямо прелесть. Мне все нравится. Даже на цепях, смотрите, Виктория, на цепях какие штучки прикольные. Здорово. Короче, кайфуха. Даже стопор выезжающий. При помощи гидравлики. А, это зажили. Вот такая прелесть. И швеллер 12, по-моему. И даже есть концевики. Что, для нас отдельный запуск будет? Так, посмотрим на реакцию. Нет, да? Да. Мы просто никого не знаем. Тут все новые лица. Так, начнем.
Ну просто прелесть. Вот Майзер отдыхает. Смотрите, они гидравлические зажимы. Электромеханический подъем коррективной коробки. И не просто электромеханический, а с пульта. Причем все размеры они смотрят по линейке. Топика одна мешает пустом после сваливания. Итак, наш любимый идеал Тайчи выдает по красоте. Ну да, мы еще не видели гидравлическую погрузку электромеханическую. А будет-то вообще космос, если она произойдет. Теперь смотрите, насколько легко пилить ленточку. И скорость пиления из оператора гораздо выше. Ну, конечно, не забывайте о том, что это 2 метра всего по длине бревна. Так что там все сработало. Скорость обратного хода вообще в идеале. Оба-на. Сброс доски сейчас пойдет. Вот. Прямо космос, а не пилорамка. Когда обычный ручной Алтай 900 проб, на котором работали все узбеки, превращается в автоматический станок. Это просто прелесть. И сейчас мы уже получим здоровый груз 200 на 200 похожий. Она ездит даже быстрее, чем я хожу. Давление на входе в нагрузку класса. Выхода силы из бревна. Страшно стоять впереди. А
лайк Алтаю. Они заявляли о том, что у нас все сили, в плане, как работали, практикуем. А в один прекрасный момент просто отвалили, все у нас приостановлено. Сейчас пока неделя.
Да, да, да.